Надгробие в виде iPhone 4S. Именно такую необычную могильную плиту показала на выставке в Новосибирске одна из компаний, которая работает в сфере ритуальных услуг. Как сообщается в «Комсомольской правде», такая могильная плита представляет собой точную копию айфона. Все размеры соблюдены в пропорциях, экран, кнопки громкости – все как у настоящего телефона. Также на дисплее iPhone надгробия показано, что сим-карты нет, заряда осталось всего 5% и установлен будильник. Видимо, владелец поставил его, чтобы не проспать какое-то важное событие. Также сохранены все надписи и логотип на обратной стороне. Все точь-в-точь, как и у реального телефона. Цена за материал такого памятника, а делают его обычно из черного базальта, составляет 35 тысяч рублей. Плюс цена за работу и установку – это еще 30 тысяч. В общем, у тебя есть выбор – либо заказать себе такое надгробие и быть вечно в тренде, либо купить новенький iPhone 6 Plus. Ведь цена за то и за другое получается примерно одинаковая – около 65 тысяч. Идея для создания надгробия в виде iPhone вообще была взята из соцсети ВКонтакте. Какой-то умелец сделал там пост с фотографией памятника в виде телефона. Ну и, видимо, директору ритуальной компании очень понравилось это креативное решение. И все это послужило для создания первого в мире надгробия в виде айфона. В дальнейшем это стало еще и отличной рекламой для его бизнеса. И надо отдать должное этому человеку, ведь он дал шанс всем айфона-дрочерам даже после смерти оставаться навеки в тренде.